Посмотрите, у вас вот он куб. Да, да, да. Здесь руки так стоят. Здесь руки так стоят. Поэтому ваша задача, что, представить через изоляцию, как одна грань выходит в другую. Как одна грань выходит в другую. Здесь вот руки дрожат, почему? Потому что идет зажим вот этим мышцами. Нужно попытаться прожать вот, ракушечка. Пальцы к ручке. То есть раз, тягивается. Еще очень важный момент. Акцент вот он. Но это тоже очень опасно, почему? Потому что зритель будет видеть и рука круглая. Я просто протянула, у меня пальцы трясутся. Давайте соберем. Пам-пам. Пам. Накрыли. То есть еще раз. Мы здесь просто вот руку сюда раз переложили. А как ты вот в это вот пришло? А, вот просто вот так. Да, сюда. Теперь берем это сюда смещаем. Это сюда. Там, там, нет, там, друзья, там. Как там. Еще раз. Открыли, открыли. Положили. Прям почувствовали. Ощущение в животе такое. Я присутствую полностью собраны. Затем сюда. Теперь можно смести. Открыть. Снова поставить. Вообще, чтобы объект человек увидел, тут как бы принцип какой? Точка, пристройка, действие, действие. То есть идет точка, точка. А это обязательно. Всегда, когда вы делаете объект, у вас либо это взгляд может быть. То есть, да. То есть что задает размер, да? Это называется как бы идентификация, второй как бы подстройка контакта. Но психология в чем говорит? Первое, ты идентифицируешь часть своего тела с неким невидимым объектом. Но чтобы человек понял, что это что-то, с чем ты будешь действовать, это, ну, этого недостаточно. Нужно сделать что? Пристроиться к взаимодействию. Причем пристройка может быть не только рукой, но может быть и взглядом. Вот я убрал руку, действую взглядом. Наклонить, да, перестроиться. Гипнотизер какой-то. Вот. И что получается? Точка, точка. Подняли, переместили. Точка, пристроили. Пустили, открыли. Точка, точка. Пристройку подняли, закрыли. Ну и дальше начали рисовать. Я смотрю, в Владивостоке с травкой-то все в порядке, да, судя вот, сколько идей тут. На самом деле, это и так поет. А углы